Итак, всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makivara.ru. Вот я только что закончил тренировку свою, то есть утреннюю, поехал по делам. Тренируюсь я каждый день, с утра встаю я в 5:30, на тренировке я без 15:07 и тренируюсь до 10 где-то. В среднем так. Иногда до, значит, 11. Это вот утренние тренировки. И вам того же советую, друзья. Заниматься с утра. Ну, конечно, не все могут позволить себе заниматься столько, сколько занимаюсь я. Но вставайте раньше и ложитесь раньше. И будьте с утра, уже сделав, ну, целое хорошее дело, чувствовать себя и бодро, и весело. А главное, чувством выполненного некоего долга перед самим собой. Понимаете, когда вы сделаете тренировку с утра, вы уже сделали целое большое дело. Само собой, что зарядились, но уже и выполнено хорошее и полезное дело, мотивационное, на которое в течение дня вы можете время не найти. Поэтому обязательно рекомендую вам тренироваться с утра. Одну тренировку хотя бы делать обязательно с утра. Может, она единственная будет у вас вообще за день. Так что вот так. Вставайте раньше и занимайтесь. Это дело привычки. Салют.